Христос. Я получилось спасти их двоих. Теперь спасайся сам. Что? Следующий уровень. Быстрее доставай рычаг и уходи из этой комнаты, пока ты не сгорел. Нет, где? Где? Хрустящие корочки. Быстрее, бери, ты, уходи. Это паркурище, что пас? Так, есть. Так, давай. Чтоб тебя. Как, сюда? Так, нет. Есть, я успел. Чё ж так? Столько стресса за 10 секунд! Можно было бы как-то и попроще. Чуть не сгорел. Чтоб тебя. И дверь сразу закрыл. Чтоб ты уже сгорел там месяц этой лавой! Лава, как лава может сгореть, если это и есть горячо? Чтоб! Конечно же, обратно пути нету. Дальше. Может уже все? Печеньки. Хорошо, хоть печеньки есть. Что бы я без них делал? Нет, опять эта музыка. Нет, ну что вы прикалываетесь? Опять ты! А вот и следующее испытание. Тебе как нравится моя игра? Нет, конечно, ненавижу, чтобы ты сгорел! А мне нравится. Мне нравится, как ты в неё играешь. Спасибо, большое спасибо! На тебе печеньки в голову! Слушай внимательно. Сзади за тобой находится комната. О. Тебе нужно зайти туда и найти там рычаг, чтобы пройти дальше. Причем? Но комната непростая. Что? А смертельно опасная. Я уже это понял. Так как здесь выбраться? Там ступеньки. Эй! И все? И не поможешь даже ничем? Чтоб вас! Куда же ты пропадаешь? Я же все равно сейчас найду. Я же все равно сейчас... Нету ничего? Да куда ты пропадаешь? Чтоб тебя... Сейчас так. Давай сделаем немного хитрее. А, так. Давай, сейчас. Давай быстрее, у меня кончается терпение. Да, иду. Ты на земле появился? Ты... Да иду, я иду. Не то все так просто. Давай. А, ладно, так, еще раз. Так. Давай, ладно, может, не надо. Потом разберемся. Просто бежать! Да недостаточно просто бежать. Давай. О, как-то прошел. О, нет. Прям валит, прям очень валит. Сильно валит. Не, нормально. О, нормально. Есть. О, так вот, есть. Ха-ха-ха-ха. Есть. Я хитрее, я мудрее. Пусть я и маленький. Так, а куда дальше? Вот он. Так, подожди, как тогда? Есть. Так, а как здесь не провалиться, но чтобы достать? Есть, я достал. Я думал, надо обратно возвращаться, но можно здесь прыгнуть, уже хорошо. Так, рычажок. Так, куда я, сюда? Есть, ха-ха, я прошел. Можно мне медали, а желательно печенек побольше. Эй. Что еще? Эй, ты где? А чё здесь так тихо? Алло? Чтоб вас, чё так тихо? О, ничего себе, какая комната. О, чтоб тебя...
Добро пожаловать на следующее испытание. Как ты выбрался с телека? И мне стало настолько интересно, что я решил сам к тебе прийти и провести тебя дальше. Чего ты так... Если ты пройдешь мое испытание... Что? Я пройду, я все пройду! Все пройду ради братца и сестры! Давай проходи. Это самое острое испытание. Тебе нужно своими маленькими, слабенькими ножками... Ножками? Пробежаться по кактусу. Если ты упадешь, ты больше сюда не выберешься. И придется начинать все заново. Точнее, это испытание. Даже не думай меня ударить. Тебе все равно ничего не получится. А я не пытался, не? Чтоб тебя... Ты нечисть, ты, которая вылезла с телека. Давай проходи. Да иду, я иду. Иду. Это сюда надо прыгать просто. Так оно же валит. Оно валит. Это самое острое испытание. Так. Сейчас. Так, есть. Есть. Нормально. Есть. Я прошел. Я все сделал. Я прошел. Я все сделал. Давай дальше. Куда дальше? На следующее испытание. Да что вы... Или же ты хочешь еще раз пройти это испытание? Нет, не хочу, конечно. Нет, я иду. А может хочешь? Да нет, я иду. Давай еще раз. Да какой я еще раз? Ты прикалываешься? Так, ты прикалываешься, какой я еще раз? Да что ж такое? Че она так... Давай! Давай, это что ж такое? Давай. И все, иди отсюда, не хочу больше. Хватит, прошел. Молодец. Самый лучший игрок, который у меня когда-либо был. Ты уже на полпути к своему братцу. Ага, хорошо. Да. Да иду, я иду. Продолжай свой путь. Иду. Хорошо. Иду. Чтоб тебя... Наблюдают за тем, как мы мучаемся. О, а что это такое? Убить? Спасти? Что? Ты опять в телеке? Я опять в телеке. Стоп! Тебя! Как ты можно... Ты не бойся. В общем... Что за... У тебя есть выбор. В этой комнате... На первый взгляд ничего нет. Да? Ты не смотри на меня, иди сюда. Что? Иди... Ты куда идти? Иди к комнате. Какой? Вот этой? Видишь? Комната. На первый взгляд здесь ничего нет. Да. Но... Но? Здесь спрятан твой братец. В каком смысле? Где? У тебя есть выбор. Выбор? Или же спастись самому. Так. Или спасти его. Но, как ты знаешь, всегда есть третий вариант. Но для этого нужно проявить всю свою смекалку. Да ты что? Я спрятал, постарался, да. Чё ж такое-то, а? Чё ж-то... Чё надо сделать? Так, думаем. Думаем кол... Чтоб тебя! Да как ты так вылазишь? Ты нечисто! С телека вылазишь! Так, подожди. Ты не отвлекайся, а ищи. Подожди. А если я буду... Прыгать? А если я буду... Прыгать? Есть! Так... Так, а куда дальше? Подожди, а для чего мне прыгать? Если мне надо туда прыгнуть, так мне надо что, иметь... Чем открыть? Мне надо сундук найти. Ты спрятал... Ты сундук где-то спрятал, или что подобное? Или что? Думай. Думай, времени не так уж и много. А где? Пока мне не надоест. А у меня
терпение слабые. Так как я возьму, где мне взять? Где мне взять, чтобы открыть эту дверь? Чтобы спастись, как? Его... Ну подумай, ты же умный мальчик, давай думай. Да нету здесь никого, нету здесь братца. Нету. Но я не могу рискнуть. Я не могу рискнуть его. Если ты мне веришь, что он там есть, можешь спастись сам. Но тогда ты убьешь братца. Подумай. А вдруг его там нет, и я тебя обманываю? И это все мое больное воображение. Убить братца? Давай, убей. Спастись сам. Убей. Он ни о чем не узнает, он не узнает. Спасти. А это спасти кого? Спасти братца или убить братца, да? Если спасти братца, я погибаю, получается, да? Конечно. Обязательно кто-то должен погибнуть. Но нет, не обязательно. Ты можешь всех спасти, если подумаешь. Своей головой квадратной. Думай. Да я думаю, но подожди, здесь не все так просто. Ну как? А все просто. Ты, может, что-то где-то спрятал, я не знаю. Что ты мог спрятать? Ты как залез туда? Ты как залазишь в этот телек? Думай. Да думаю я. Думаю. Так, может, как-то где-то что-то... На самом деле, все очень очевидно для меня. Для тебя, да. А чтоб тебя! Да чтоб тебя ты... Это финальная должна была быть. Так. Давай. Так, высматривай. Может, где-то что-то спрятано. Может, я что-то не знаю. Может, спрятано. А может, я тебя обманываю. А может, не обманываю. Но здесь нигде нету сундука. Здесь нету сундука. Что-то мне начинает казаться. А зачем тебе сундук? Ну как так? Как знать, или оно там спрятано, или не спрятано? Как знать? Кто знает, как знать? Ищи! Да я ищу! А как у меня рычаг появился? Я же говорил, спрятать можно не только в сундуке. А он был в паутинке? Ты обманщик! Почему это я обманщик? Потому что как так можно было просто куда-то положить? Как так? Я чуть не убил себя! Ты изверг! Как так можно такое делать, чтоб ты сам уже сгорел там? Не отвлекайся, испытание еще не прошло. А у меня уже нервы на исходе. Да ты что? А у меня типа нет! Я здесь уже непонятно сколько времени пытаюсь как-то выжить! А ты мне идти... Ты все сделал хуже, ты все усложнил задачу! А ты думал, будет проще? Я думал, будет гораздо проще! Так... Так... Чтоб тебя! С твоей паутиной! Как туда допрыгнуть? Ты еще долго? А ты что, думаешь, что это так просто? Здесь вообще-то не сильно просто. Я начинаю... А что? Ты опять вылез с этого телека, уйди. Не мешай мне. Ненавижу я. Ненавижу все, что связано с паркуром. И тебя ненавижу. Никого ненавижу. Ну ты можешь всегда найти проще способ. Просто убей себя, и все будет окончено. Знаешь что? Иди-ка сам себя убей! Я бы с радостью. Да я кукла и умереть не могу. Разве что со скуки, потому что мне начинает это все надоедать. Типа мне это сильно нравится. О, подожди. Но есть один вариант. Да ты не смотри-то так на меня. А я могу использовать те предметы, которые я понял случайно? Ну, наконец-то пошел процесс. Да?
Он начал думать, свершилось чудо. Да? Он думает. Так, а куда мне можно что сделать, а что мне можно сделать? Так. А что хочешь сделать, только уже пройди наконец-то этот уровень. Иди ты, блин! Не все так просто. Так, и что у меня есть? А я, да, на тебя возлагал такие надежды. Хорошо, что ты хоть никого не убил. Или может это плохо, может ты сам умрешь наконец-то, м? Есть. Что? Ты решил схитрить? Я не решил, это то, что у меня было. Это не хитрость, это называется, ты сам захотел, чтобы так было. Вот я и делаю. Я сделаю. Так. Есть. 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 Я надеюсь, тебе понравилось. Есть! Понял! Понял или не понял? Я все сделал! Ты не представляешь, как я рад! А ты не представляешь, какой я рад! Чтоб тебя хватит уже двери закрывать! Чё, как ты со мной стреляю? Только не говори, что дальше еще. Прошу. Что это такое? Ну хватит уже!